Так, где там накрутишь такие цены? Я вам капотал накрутил в прошлом году виноградный. 22 банки. Ну ничего, потихонечку. Я думал, все будут пить, но никто не пьет. Так я ему позвоню, поеду к тебе, если что. Ты там дома? Ну я ему сейчас наберу его то это подъезд. Ау, там вот хас, скажите. Мы вчера же в YouTube попали. Мы не нужны там. Кто вам такое сказал? Вчера в обзоре уже себя видно. Вот я не желаю себя там видеть. Нет, скажите. Одесса, Украина, ребят. Одесса. Погода обалденная. Обычных нету. Петушков не надо идти, перепелок. О, веселее жить будет на балконе. Это точно. Песни будут петь. Это на мясо. Они, кстати, лучше поют. Кстати, как раз. Как раз кстати. Они, блядь.
Можно вдох? Нет. Олег, есть? Кого мы молим? Давай. Красота. Поехали, поехали. Надо купить что-то. Надо. В аренду не дают. Это Одесса, Старокунный рынок. На пару дней. Я справлюсь за один день, если возьму на пару дней. Основное направление фонтан, наверное. Не то слово. А когда вырос, то вот еще прелесть, когда мы в жертве ходят. А ваш это что? 150. Сейчас она занята. Освободиться, я ее попрошу цены рассказать. Она перекладывает курей. Это Одесса. Это Украина, Одесса, Старокунный рынок. Нормально понесли. Голубой погорит. Вы мне расскажете? Да, на качек. Качки. 130 гривен. Качечки по 130 гривен. Одесса, Украина, ребят.
добиратися до кінця. І звертаємося, дзвонимо і забираємося. Залишимо номер телефону в телеграм-каналі. Маленькі друзі, обов'язково маєте змогу завітайте і забираємо. Ми кажемо до координатів, ми сьогодні в телеграм-каналі. Да видно, не беспокойте. Жалко их, целый день дергают. Сейчас она будет, она все постанет, будет видно. Позировать будет перед камерой, да? Пули вчера были по $600. Во, какая залетя, да? 10 тысяч. Они позвонят, спросят. Это мальчик. У меня подписчики в основном иностранцы, поэтому не озвучивать бессмысленно. Это когда уже наши что-либо спрашивают, я могу говорить. А так, только показываю.
Белый чихуашка сколько стоит? Да, сейчас вернусь, если вы про... Сейчас одну минуту, я, по-моему, недалеко отошла от белого чихуашки. Это? Французы есть по 200, есть по 250 и выше, до 700, насколько я встречала. Не туда. Не туда. Коренкорс не встречала. Не туда. $200 эта собачка стоит. Мадам осталась. Прелесть. И мадам скоро уйдет, посмотрите. А уйдет, конечно, надо быть красивой. Да, спокойная, красивая. Просто этот раз как-то по-мальчику. Мальчик. Это все случилось, понимаете. Это все ерунда. Цена став, и сейчас я вернусь. Ну, давай, иди сюда, дай какую-то. Да. Вот эта девочка. Девочка, верно? А? Девочка. Денег сколько? 10 тысяч. 10 тысяч, вот эта девочка. Это КДО? Нет, это уста. Да, суббота-воскресенье. Пуделя видела 500, такое, разные цены, смотря качество. Вы спрашиваете про цену? Гафичук. Катерина, напишите, цена чего. Если я недалеко отошла, то я подойду обратно и спрошу. Кинесов вчера видела по $400. Корги есть один мальчик на базаре $900. Дойду, покажу его. Что у вас интересует? Пока ничего. Очень много, цены разные, все зависит от качества. Немецкие овчарки видела 300, видела 500. Вот это, конечно. На сам рынок пошли, этого рынка уже не было. Горячие пляшики. Медитирует парень. Да, я пойду на ту сторону и встречу немецких овчарок и обязательно вам покажу. Смотрите, какие шикарные. Сколько такие? Так. Я так понимаю, вас этот парень интересует. Он ответит. Чтоб я лишний раз не беспокоила людей. Не считаю. Какая цена его?
500 долларов эта собачка стоит. Благодарю. Горячие беляшки. Пока ничего, буду спрашивать, я расскажу. Цена французов, возвращаюсь. Какая цена ваших собачек? 500 долларов эти собаки. Шикарно. Вам спасибо за внимание. Лишний раз не хочу их беспокоить. Целый день все тут бегают с камерами, все интересуются, спрашивают. У меня в основном подписчики это иностранцы, как бы мне комментировать просто глупо. Естественно, отвечаю то, что вы спрашиваете, те, кто понимают меня. Прелесть, да? Да, это Одесса. Староконный рынок. Староконный рынок. Суббота, воскресенье здесь всегда выносят щенков, котят, курочек, голубей. Почему ваши собачки? Сейчас придет женщина и... По 500 долларов эти собаки. Они шутят. Хозяйка отошла, их попросили посмотреть. Я вернусь сюда. Без проблем. Оформление. У нас в Одессе делается все, поверьте. Есть доставка в любую точку мира. Ну, кроме России и Белоруссии, понятное дело. Французы есть 500, 700. Тоже все зависит от качества. Бордер Колли в Одессе в одном питомнике сейчас родился помет. Они маленькие. Если нужно, естественно, пишите в личку, я вам там координаты, будете напрямую спрашивать. Шпицы тоже есть 200, есть 300, есть 500, есть 700, есть 900, 1000, разные. Благодарю вас. Нарезаем. Так, дальше нет животных, идем на другую сторону. Чурашки. Овчарки видела по 300, видела по 500 немецкие. Не надо, пусть отдыхают. Ну зачем? Все прекрасно они, видно. Они кому нужно, работать. Кому нужно, тот все увидит. Это вы на них должны работать. Ну, мы на них должны работать. Дело в том, что мы-то работаем, а то они должны на себя работать. Доберманов не видела. Прелесть, да? Вот маленькая рядышком. Вот мальчишка тоже маленький. Как вы без него жили? Стафа видела девочку, там 10 тысяч они просят за нее, если я не ошибаюсь. Малинуа видела тоже, на базаре есть девочка, продает по 300 долларов, рыжего окраса. Вот мопсики вы спрашивали.
как отдыхающие эмоции. Ну, такой аромат. Дойду до Расселов, отвечу вам про цену. Я такая же сирийская. Она как пена. Это номер телефона, смотрите, здесь и мальтезы, и мопсы, и шпицы. Померанские. Вот это, да, и юрики. Кому интересно, пожалуйста, обращайтесь напрямую. Шикарные шпицы, видите? Мопсы. Почем мопсы? 350. Шпицы у вас по 500, если я не ошибаюсь, верно? Есть 450. В среднем 500, если попросите, уступят. Люди приятные. Одесса, Украина. Чепряшка. Давай сюда, сюда. Иди сюда. Иди сюда. Отчаянно. Пекинес белый. Шикарный белый пекинес. Это пекинес. 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 Овчарки. Вчера видела черную овчарку. $500. Щенок. $350, да. Юра, ты просто шел за машиной, не видно. А эту дверь была выше. Мини-чихуашки. Это миники? Мини-чихуашки? Да, вот. А потом не за машиной. Вот вам, пожалуйста, это кто? Мать, отец? Кто это? Нет, это подает. Это родственница, да? Да, родственница. Вот, смотрите. Все девочки. Мы хотим йорк. Какая цена? 10,5, 8,5 и 4,5. Благодарю вас. Французики в среднем тоже $500 цены. Есть 200, есть 350, видела на базаре сегодня. Золотистых ретвиров не видела. Сколько стоит обучение в чарка? Это что такое? Это вы о чем? Ротвейлеры, пожалуйста. Ничего себе. Вчера вас не было, верно? Не было. Смотрите, какая прелесть, ребят. Багира. Обалдеть. Так, номер телефона. 066-0122-775. Еще раз. 066-0122-775. Цена, возраст? 8000. И возраст 15 мая будет 2 месяца. Обалдеть. Такая красотулька. 8000, это, грубо говоря, $200. Ну да, да, да. Название вот, Багира отзывается уже на кличку и выполняет команды. Поняли, да? Красота необыкновенная. Да. Благодарю вас, я еще вернусь. Спасибо. К вам. Каны-Корса не видела. Каны-Корса не видела. Телефоны ваши, чтобы было видно. Смотрите, какой добрый день вам. 6 месяцев уже вырос. Мальчик. Разные полкосы бывают. Видели? Тело красно-рыжее. Точнее, рыжий аж красный. Сказка. Тоже выросло почти. Вообще, просто красота. Цена чихуашки, пожалуйста. 15 тысяч. Еще раз покажите его, пожалуйста. 15 тысяч гривен. Он уже вырос, расти не будет. Расти уже не будет. Голубые глаза. Вот голубые глаза, если вы мне покажете. О. Видите, какой серьезный парень. Да, он позирует. Он спокойный характер у нас, не ковкучий. Ну, когда надо, всем даем. И цена шпицов. Всех разные. 15 девочек. Это
девочка, она 15 тысяч гривен 5 месяцев. Это 6 месяцев. 6 месяцев, ПСУ, мальчишка. Чип, прививки, ну, прививки у всех. Он $500. $500 этот парень. Шикарные собаки у этой девочки. Посмотрите на номер телефона. Так, коты уже были, алабаи видела два щенка на базаре, цены не помню, подойду, я, они, по-моему, у меня вот впереди должны быть. Покажу. Так, здесь есть русская спаниелька, вот отдыхает. Цена рыжего чиха, блин, вернусь, потому что не помню. Много информации, и я не запоминаю, девичья память. Так, еще раз, рыжий чих. Рыжий. Он Изабелловый. Он Изабелловый, поняли? Не обзывайтесь рыжим. Какая цена? У нас перелистый мотли вам идет. Цена 15. 15, пожалуйста, благодарю вас. Благодарю. Мини, комбик, все. Благодарю. И благодарю, кто мне помогает и отвечает. Благодарю вас. Шотландские котята. Чихи. Родила благополучно ребенка за большую сумму. Опа. Кто желает? Одесса. Ворованный утюг. Кто желает? Каролина, спасибо за подарок. Спасибо огромное. Камикорса нету, ребята, нету. Просто белые нет. Смотрите, какие шикарные. Умеет медитировать, учит английский язык для переезда. Мопсики видела сегодня по $350, но крутые. Кинес был белый один, подрощенный. Здравствуйте. Это стандартный шпиц, 8 месяцев. Это в домашних видах. Мы даже не планировали его выносить. Потому что характер ровный, идеальный. То есть вот он настолько поддается обучению, настолько поддается дрессировке и всему остальному, что это просто поражающая, вот, действительно, удивительная собака, которую мы не планировали даже вообще куда-то от себя отпускать. Благодарю вас. Зато у нас есть еще, смотри, супер микро. Это детям, которым уже 5 месяц. Я вчера показывала. Вы меня вчера очень-очень удивили. Так посмотри по уже, ну, то есть по зубам, по перзикам. То, что у нас уже начинается вот эта линька щенячья. Уже видишь, уже вот такое вот дитё. Крошка на ладошку.
Опять же, дети не вычуханные, как всегда. Благодарю вас. Зато собаки вот такое. Благодарю. Вы видите, какие у нас приветливые люди. Подходишь, показывают, рассказывают, прелесть. Благодарю вас. Это уже видно, что будет собака. Он не будет очень. Ребят, сейчас подойду. Уже видно, он еще чуть-чуть подрастет. Вот корги хотели. А если есть, то где-то надо за границей. Дети. Прекрасно лежит, прекрасно. $900, насколько я помню. Мы мальчишка. Поехали в Николаев. 4,5 месяца. 4,5 месяца. Там одна у нас есть девчонка, которая мэкнет. Естественно, все документы и чипирование. Пустите ей надо. Да. Мы готов к отъезду. Английский учит? Английский учит? Нет, пока еще нам только нам не японский. Ага. Поехали, мы короче, что-то закончим. Ребят, сейчас иду к французам, иду. Просто это ж невозможно пройти мимо вот этих чихуашек, например. Посмотрите, какая прелесть. Какие хочешь. Там шкандальник какой-то, разборочки. Вот их номер телефона. Обращайтесь, ответят на любые вопросы. Шпицы. Скажите, шпицы и чихуа – это один номер телефона? Шикарно. Вот, ребята, номер телефона. Вот чихуашки шикарные, а вот шпицы. А вот шутка. Нашла дешевле шпица. Вот так вот шутят у нас в Одессе. Смотрите. Шпицы, миники. Ребята, обращайтесь. Хорошие собаки у этой девочки. Цена чихов. $400. Прививки, документы, чипы. Цена шпица. Тоже $400. Ну, пожалуйста. Сейчас я подойду туда, сейчас пока смотрим этих. Далматинец был. Надеюсь, я его не прошла. Я вам покажу. Есть на базаре далматинцы. Цену не помню, подойду. Это мелкий стандарт. Это 2,5. Мопсы видела $350. Классные. Ну, звезда Шарпей. Да. Вчера я была потрясена этой девушкой. Иди сюда. Окрас сумасшедший, спокойная собака. Классная, классная. Не надо, пусть лежит. Пусть лежит, хватит, ее за целый день так задалбливают. Ее прекрасно видно. Бигли, вот как раз напротив. Сейчас вот еще чуть-чуть девочку покажу, эту красивую. Перейду дорогу и покажу вам. Какая цена, расскажите? 10. 10 000 гривен. Паспорт, все есть. Естественно. Какой возраст? 4 месяца. 4 месяца. Боже, чтобы это все запомнить, мама родная. Хожу задалбливаю людей. Нормально. Не говорите. Мы сюда для девичья приходим поговорить. Память как. Так, хорошо, идемте. Секунды. Благодарю, идемте через дорогу. Вот бегли. Так, нет, ошибочка. Ошибочка. Сори, это Джейк. Рассел Терьер. Вот, смотрите, пока там заняты. Я вам тут покажу красоту. Видите, какая прелесть? У этих щенков разного цвета глазки. Они спокойные, адекватные. Видите, люди ходят, машины ездят. Ну ничего, ноль. Сидим спокойно. Демонстрируем красоту и адекватность этих щенков.
Сейчас я попытаюсь вам глаза показать, если камера передаст. Такие вот красавцы. Какая цена, напомните мне? Ой, это эти с голубыми глазами по $700, этот 600. Голубое мерле со сколочком, ой, голубое мерле со сколочком голубого в глазу. Тут только оскола голубого. Очень тоже красиво. Все мальчики. Благодарю вас. Шикарным характером. Так, этого как купить цветов. Темненького? Стоп, тихо. Сейчас, одну минуту. Диктуйте мне номер телефона. 093 так. 344 так. 65 75 так. Валентина. Обращайтесь напрямую, да, пожалуйста. Еще раз повторите номер телефона. 093 344 65 75. Все, ребята, обращайтесь напрямую. Да, шикарный. Это будет маленький будет где-то. Кило 800, до 2 килограмм, больше не будет. Он очень коротенький, маленький, аккуратный. Еще раз, как правильно называется эта порода? Йорк, йоркширский терьер. Так. Цветная генетика. Вот. Это Шока Мерли. Вот. Он весь пятнистый. Понимаешь, если его подстричь, он будет весь такой вот пятнышко. Если камера передает. Ребят, это да. Очень красивые собаки, и поэтому они дорогие. Это Шока Мерли 700, голубой глаз и парный. Это разные глаза. $700. Это очень красивые. Таких йорков в Одессе тоже. Это генетика, это адекватность, все. Тебя вызвали сюда? Благодарю вас. А что тебя сюда вызвали? Да, иду к французам. Сейчас все вам покажу. Вот здесь есть, например, французская девочка, она мне очень нравится. Вот, смотрите, девочка осталась. Эта девочка стоит $800. Она тоже спокойная, адекватная. На базаре, сами понимаете, они здесь такую социализацию проходят, с ума сойти. Камикорса нету. Дойду до Бигля, обязательно покажу. Обязательно. Принцесса. Смотрите, какая принцесса. Принцесса. Благодарю вас. Так, номер телефона, француз. Да, и Алабай вижу, ребята, иду. Так, что тут? Смотрите, что я вам покажу, пока я дойду до того, что вы просите. Видите? Как вы думаете, как называется эта порода? Кто знает? Тишина, да? Никто не знает. Расскажите, пожалуйста. Это южно-русская овчарка. Это южно-русская овчарка. Это адекватнейшая собака. Вчера я наблюдала, как эти собачки играются с детьми, с посторонними. Причем дети, сами понимаете, как прекрасно себя ведут. Вот, но тем не менее, эта собака просто с ума сойти. Просто. Спасибо вам. Ой, боже мой, я вам подарочек. Ребят, я не ради подарочков хожу, честное слово. Я, конечно, вам очень благодарна, но просто... Если вы зайдете на мою страницу и увидите, у меня сейчас нет собак совершенно. То есть остались мои суки, вот я жду, когда они потекут. И, естественно, я все начну, как и было. Так как сейчас нет у меня щенков, естественно, я пытаюсь просто быть полезной своим иностранным героям, которые подписаны на мою страницу. И показываю вам, что есть. Я буду полезна и для них, и для вас, и для этих продавцов, которые сидят у нас на Староконке. Понимаете? Поэтому подарки, конечно, огромное спасибо. Но не нужно, не тратьтесь. У вас есть на что тратиться у всех. Смотрите, какая прелесть. Ребят, если будет вам интересно, вот номер телефона. Я надеюсь, вам будет видно его.
обращайтесь напрямую. Очень приятные продавцы, приятная девочка занимается этими собачками. Так, хорошо, идем дальше. Благодарю вас. Так, значит, нам надо найти Бигля. Вот. Бигль, мы тебя искали. Вот такой вот Бигль. И вот еще один. Мальчик. Расскажите, пожалуйста. 4 девочки, 1 мальчик, документы КСУ, с всеми прививками, чип есть. Цена? Мама выставочная, мальчик 600, папа 550. Возраст? 2 месяца, 2,5. Благодарю вас. Так, ребята, будет интересно, спрошу номер телефона. Очень красивые. Спокойные, видите? Вообще-то активные собачки. Понятно. Если у них все в порядке с нервной системой, то они спокойно себя ведут. Это же замечательно. Новые родители, да. Какая цена, еще раз повторите? Мальчик, девочки 550. $600 мальчик, 550 девочки. Благодарю вас, кто помогает и отвечает на цены. Ребят, я правда, я не все запоминаю, поэтому если вы слышите, тут же дублируйте. А если вы еще будете писать на английском, вообще будет супер. Тогда действительно те, кто... Они собрались это круто. Мальтипу и Йорк. Мопсов видела, да, $350, если не ошибаюсь. Спасибо. Нормально. Нет, бдит. Косточка впереди, вы что, вдруг сопрут кость? Она, естественно, все видит. Французы видела 500, видела 700. Разные цены. Так. Не помню, я не запоминаю. Так, мальчику вашу спрашивают. Расскажите, пожалуйста. Джоля. Расскажи. Мальчику интересуется тут народ. Мальчику девочка, 3 месяца, F2, полностью привита, чипирована. Ничего. Цена? Яркая. За $800. Благодарю вас. Спасибо. Так. Вот шпицы впереди. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, есть алабаи. Лабрадоров нет, не видела. Вот так, здравствуйте. Показываю людям своих собак, сейчас нет. Ну, как я имею в виду, нету щенков. Вот, а... Слушайте, не спрашивайте, пожалуйста. Не надо. Не надо. Может, на фоне того, что поменялось, возврат сделать? Или вы же не хотите? Понятия не имею. Сейчас тут 1000 человек все-таки смотрит нас. Если мы начнем между собой разговаривать, будет не очень красиво. Так. А что значит устроить? Бесплатно? Ну, смотрите, у вас остался мой номер?
Снимите мне видео, снимите мне фото, напишите мне и скиньте мне это все в Телеграм. Я сделаю ролики, выставлю у себя на странице. И чем... Да, и естественно, если кто-то заинтересуется из моих клиентов, то отправим. Вот. А чем больше видео, чем больше фото и больше информации, и это если мы будем обновлять, то, естественно, я буду выставлять чаще это на странице. Без проблем. Так, шпицы спрашивают. Сейчас я покажу. Расскажите, если вам не сложно. Я понимаю, что замахали вас за целый день. Все, кому не лень, с этими камерами. Пожалуйста. Двое с документами. Рассказала. Двое без документов. Все пацаны. Вот такие вот так. Поняли? И вот 6 месяцев. Вот. Поняли, что тут драка, шкандаль. Я не понимаю, где у них попа, где у них лицо. Поверни ко мне. Чем они кушают? Это, конечно, что-то. Да что ж ты ныкаешь? Что ж такое? Так, цена вот этих вот двух комочков 350. Все, вот, пожалуйста. Вот такие вот дела. И, пожалуйста, Мальтипу расскажите, а то мы постояли, о своих делах поговорили, а ни про цены, ни про возраст, ни про что так и не поняли. Это девочка 800. Такая девочка, скажи я. Прелесть. Этот мальчик 600. Прелесть. Да? И мини-девочка, скажи я, еще такая мини-мини. Тоже 600 долларов. Возраст у всех одинаковый, 2 месяца. Два месяца. Я мини-мини. Они нет. Да, куда собрался? Вот давай, такие давай, вот дела. Это которые 5 килограмм? Да, это все в долларах. Это не пузырьки, это мальтипушки. Мальтипушки. Эти будут где-то до 3 килограмм. Это девочки. Диктуйте телефон. 093-54-84-613. Услыхали? Напрямую. Нужна будет доставка, я сделаю. Документы есть какие-то? Ну, вид паспорт есть на всех, но на мальтипу только вид паспорт. Поняли, да? Вид паспорта. Ну, на мальтипу ж не бывает, по-моему, ну, документов. Это первого поколения. Пудели кто? Пудели мальтийская болота. Поняли? Какие документы? Лапы и хвост их не документы. Да, пусть и лапы и хвост, да, скажите, я мальтипу. А шпицы? Да. Документы. Тут двое с документами, подростки тоже с документами. Подростки с документами и из этой вот. И из этих красавцев. Кремовые с документами. Сверхпинчеры где-то я видела, только вот я не помню, они сегодня есть или нету. Я благодарю вас. Вот, далматинца. Кто хотел? Кто хотел далматинца? Смотрите. Вот такой. Номер телефона сейчас верну. Раз номер телефона, вы имеете в виду мальтипу, да? Сейчас одну минуту. Еще раз номер телефона ваш продиктуйте. 093-54-84-613. Все, ребят, успели записать? Мальчик, девочка. Можно отойти отсюда. Сколько такая красотка? Все, благодарю вас. Благодарю. Господи, кто помогает, кто пишет цены, но номера телефонов. Дай Бог вам счастья, любви, радости, много-много, в общем, всего, чего вы хотите. Смотрите, какая прелесть. Вот так вот. Поняли, что он нам рассказывает? Доберманов не видела, ребят. А лабай... Было два. Подойду. А есть ауси. А я не знаю, кто такие ауси, простите. Йорков полно. Джек Расселы есть. Подойду. Если дождетесь, буду признательна. Так, цена. Сейчас есть одна собака, а хозяев нету. Поэтому я тут вот это вот снимаю. Ага, вот, нашла хозяев. Расскажите мне, пожалуйста, про цену. 10 тысяч гривен.
Спасибо. 10 тысяч гривен. Доберманов не было. Далматинец. Да-да, это далматинец. 10 тысяч гривен. Пекинеса видела одного подрощенного белого, крутого. Если, опять же, дождетесь и будет вам интересно, напишите, я пойду туда в начале базара и покажу вам. Шпицы вот эти по 350, где я рядышком стою, есть по 500 шпицы на базаре. Ретриверов не видела. Суценя американского акита. Надо поискать, но на базаре точно не видела. На базаре нету. Что вы берете? Так, хорошо. Вот у нас Зиночка привезла малинуа. Ребята, шаровая цена $300. $300. Это, знаете, как этот, в общем, она... Неплохо говорить это. Я своих щенков продавала по $1500. А Зина привезла собак и продает по $300. Вот как? Мне вот как уехать. Жить? Я хочу хорошие руки. Чисто собаки адекватные, смотрите. Да, обычный рыжий окрас, ничего такого, но собаки адекватные. Для малинуа это, вы же понимаете, это прекрасно. То есть у них все прекрасно с нервной системой. Как видите, они не реагируют ни на что. Да, то есть, ну... То есть это не сумасшедшие вот эти холерики, которые будут вам выносить все на свете. Возьмете тренера, возьмете малинуа и будете счастливы. $300 эти щенки. 3 месяца, если я не ошибаюсь. 3 месяца, да. Город Одесса. Если нужно, у меня есть контакты этой девочки. Пишите в личку. Я вам дам ее номер телефона, и вы напрямую свяжетесь без всяких там, в общем, наваров и так далее. Доставка есть в любую точку мира, кроме Украины и России и Белоруссии. Так, да, есть американские, спасибо, Зиночка, есть американские були, вот они как раз напротив, чтобы долго вас не томить, иду прямо к ним. Вот видите, выглядывают, вот их номер телефона тоже, чтобы вы напрямую обращались. Видно вам, все нормально? И вот смотрите, что-то он тут рассказывает. Чем ты недовольна, скажи? Что-то я не знаю, они уже матом научились говорить, да? Здравствуйте. Да, без проблем, здравствуйте. Американские були от 1500 долларов до, не знаю, это не важно, до 6, да. Ну, это, опять же, телефон я вам показала, вы, пожалуйста, напрямую. Доставка есть в любую точку мира. Кроме Израиля. Почему? Потому что там запрещены. Не переживайте, я вам расскажу, как доставить в Израиль. Я уже пытался. Это не проблема. Вернули назад. Я тебе говорю. Мы приехали в Израиль. Будет задача, будем решать. Нет задачи, что об этом говорить. И скоро будет новый помет. Да. Это покеты, а там будут экзот. Смотрите, что он делает. Були, по-моему, да. он начал ругаться матом. Нет, она декламирует стихи. Олечка, Оль. Да, вот это ее рост. Так, спаниели, вот быстро бегу, мы же совсем рядышком. Вот спаниельки. Вот спаниельки. Добрый день, спаниельки. Какая цена спаниелек? 5,5 гривен, переводите на доллары. Будете понимать. Так, бигль я вам показывала. Ребят, если недалеко, сейчас я так посмотрю. Если недалеко, то вернусь к ним. Сейчас давайте здесь уже досмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть французы, американские були, французский бульдог. Здесь дорогие французы, потому девочка что они, 600, да. 650 долларов, мальчик 800 долларов. Мальчику 5 месяцев, девочке 9. Вот так вот. Поняли? Цена светленького буля. Светленького, простите, такого. Мальчика или девочки. Скажите, окрас ошейника хотя бы. Боля, иди сюда. Йорков полно, алабаев видела 2. Пуля, пуль, ничего не грызем. Немецкая овчарка видела $300, видела $500. Рынок до скольки работает? До 2. До 2 дня. Так, чтобы нормально в 2 часа.
Некоторые задержатся до трех, но... Вот эта красавица в красном ошейнике сколько стоит? 2500 долларов. Сколько? 2500 долларов. 2500. Вот эта разговорчивая барышня. Барышня? Барышня. Папа испанец, мама переживаю. Румынка. Она такая общительная. Мама румынка, да, папа испанец. А там зато какая флегма. Что-то по-крести вообще. Она не флегма. А синий ошейник? Синий ошейник 2200. 6 месяцев ему. Что-то он дешевле. Он другого помета, он совсем другой. Он другой. Поняли? Он другой. Тут выездная вязка, тут мы ездили на вязку в Болгарию. Здесь вязка наша, местная. Поэтому дешевле. Свои дети. Папа местный, мама местная. Поэтому дешевле. Йорков полно. Сейчас, ребята, идем дальше смотреть. Счастливо. Мимо него пройти. Пусть, вы не беспокоите, я лишний раз. Оба. Ну что вы вот это вот? Таксов не видела. Подрощенные щенки. Вы попробуйте подрасти щенков и потом дешевле их отдать. Вы думаете, он их не продает, потому что у него клиентов нет? Нет, тут не поэтому дело, не поэтому, поверьте. Нет. Раньше 4 месяцев я их все равно не продаю, пока не будет полная вакцинация, мы даже не выходим из дома. Понимаете, да, о чем речь? Вот и все. Их было 22 щенка, поэтому возраст такой. Вот и все, поэтому даже не выдумывайте. Дело не в том, что в моем питомнике, например, смотрите, вот у меня щенки, допустим, от 1500 долларов, да, и пошли дальше. Цена щенка зависит от качества собаки, от окраса, да. И потом, что вот топовое, я, естественно, наоборот, оставляю, не продаю, а тренирую, чтобы во взрослом возрасте продать дороже. Вот и все. Заходишь, и вот этот вот первый дом, кто-то где покупает, ресторан, вот здесь вот. Кто-то покупает, извините, уже подрощенную собаку, которая, извините, воспитана, берет и все. Ну, то есть это то, что я делаю с Малинуа. То я их открыла специально. Таксов нет. Мне придется их открыть. Бигль видела. Это Одесса, Украина, да. Чарльзов нету. Мопси есть. 350 долларов видела. Так, алабайчиков. Кто хотел алабайчиков? Вот, ребята, шла я наконец-то к ним. Какой возраст и какая цена? 3 месяца. 3 месяца 200 долларов. Вот девочка, это мальчик. Мальчишка вот лежит, как вот это видите, да? Но такой самый вот маленький. Деловой парень. Я такой. Его взяла самого маленького сюда. А вот барышня отдыхает. Так, и французики. Это мопсики. И ваши мопсы почем? Потому что я 200 долларов, вот, пожалуйста, мопсы. Вот я их не заметила, кстати, ребят. Совсем не заметила. Нет, я имею в виду, я второй круг уже делала, я не видела. Тут есть французы, и тут есть мопсики. Шкандальный шпиц. 6 месяцев. А французы ваши 250 и 350, насколько я помню, да? Сейчас мы туда пойдем. Сейчас. И по 350. Идемте туда. Вот тут. Смотрите, вот еще вот такие вот. Это мопс. Мопсик. Хвастаемся. Пока только хвастаемся. Нет, немецких догов нету. Волонков тоже не видела. Корги видела, здесь на базаре есть один мальчик. Он стоит 900 долларов. Они уже уступают. Был, наверное, 1000, я так понимаю. 4 месяца 900 долларов. Вот так, насколько я помню. Вот немецкие овчарки вы хотели. Вот вам немецкие овчарки. Здравствуйте. Это отец. Чтобы вы понимали, не путайте с матерью. Мать пошла в салон красоты, я так понимаю, опять же. Она вчера ходила, отдыхала. Малинуа есть, 300 долларов, 2 щенка осталось, 3 месяца. Щенки пуделя мини, вот номер телефона. Обращайтесь напрямую, пожалуйста.
плюс 3,8, это, да, если Вайбер, Ватсап, Телеграм, естественно, у всех работает. Это Одесса, поэтому, естественно, все пользуются Google переводчиком и будут вам полезны, если вы будете напрямую к ним обращаться. Так, цветы надо? Рассада, цветы, кролики. Идем обратно. Так, что у нас здесь? Кто у нас здесь такой красивый, расскажите. Мопсиков я там видела. Вот я сейчас, так как недалеко, ближе подойду и покажу вам. Одних на базаре я видела $350, там такие классные, как на мой взгляд. Я просто, честно говоря, не очень понимаю. И есть вот такие мопсики. Эти... И еще раз повторите, почем мопсики? 200. 200. Эти... И еще раз повторите, почем мопсики? 200. Там 350, здесь 200. Мейкуны есть, да. Почем рассада? Ребят, много сидят на собаках, да? Я не пойду на рассаду. Ну, как минимум сейчас это точно. 2400 людей на эфире, поэтому простите, пожалуйста, я не могу подвести своих подписчиков. Ну и остальные, кто смотрит на это. Так, что у нас здесь есть еще? Вот еще, смотрите, папильончики есть на базаре. Сейчас я попытаюсь перейти дорогу, чтобы меня не задавила машина. Вот, смотрите, интересная порода очень. Номер телефона. Обращайтесь напрямую. Естественно, Viber, Telegram, WhatsApp у всех работает. Это Одесса. Понятное дело, все пользуются Google переводчиком. Мы же разговариваем на этом. Тут вот, пожалуйста, уже и разговаривают даже. Естественно, многие знают английский, поэтому ответят вам как... Вы хотите, так и ответьте. Смотрите, маламутик. Отдыхающий маламутик. Не нашли бы вас в канале. А? Не нашли, не в тиктоке. Боже, какой ужас. Да, доставайте. Хоть показать. Красивая женщина или тени. Сплюньте, я без булавки сегодня. Сглазите меня. Тикток. Заходим. Сейчас, так. Шимка 9 Елизарова. А, Елизарова. Ну, конечно, ну, конечно. Все, что высветилось. Конечно. К9 Елизарова. На английском можно. Неважно, как вы не напишете, все равно я буду первее. Елизарова. Работа. Что-то как-то у вас странно. Собачья работа. Второго нету. Хорошо, пишите Инна Елизарова. Вот Инна Елизарова, допустим. А, да, сейчас там здесь. Теряю 400 человек ушло, пока мы с вами ищем меня. Не переживай. У меня рука легкая. Варен, да? Елизарова. Угу. А точно Е первая, Б я обидел, да, да. Да. Может, меня блокируют? Что-то происходит, не понимаю, почему у вас так. У меня вообще Екатерина высветит. Так, хорошо, давайте иначе. Держите. Давай. Камеру, рука, аккуратно. Это что он у вас выиграл? А? Что это у вас выиграл? Это наш питомник. Что мы маломотами занимаемся. Сколько ему лет? 25. У нас 4. Две девочки, один мальчик. Ты еще щенок считаешь? Серьезно? Он еще больше будет? Чуть-чуть. Ну, девочки, вот, еще чуть голова растет, будет вырастет. Вот я. Ну, плюс-минус. А Мария уже больше полтора раза. Это же Миша, посмотри. Я не знаю, что нажать. У вас что-то не раскручено. В общем, короче, вот так. А, подождите, надо как-то...
Я не могу подписаться. Ввести номер электронную почту ваш не до конца. Он вот моя страница. Вот сейчас. Все, ребят, извините, пожалуйста, я потеряла 1000 человек, пока вам показывала. Извините, пожалуйста, люди спрашивают страницу, говорит, искал вчера полдня, найти не мог. В общем, мне надо же похвастаться ему, где моя страница, чтобы он видел своего маламута. Вот такие йорки, извините, пожалуйста. Доставка в Киев, если я не ошибаюсь, 500 гривен. На поезд здесь посадили, там вы встретили. У нас, естественно, проводники, которые всю жизнь этим занимаются. Собака прекрасно доедет и все дела. Смотрите, это да я даже не понимаю, что это. Это шпиц какой-то шикарный. Единственное, что знаешь, что было, мы уехали, Анжелика с Максом не стали. И Армани, давай облизывать Элдена. Домогаться. Мы приехали домой, Анжелика говорит, скажите цену, пожалуйста, и возраст. Хорошо, а что вы продиктуете телефон? 093 639 59 61. Пишите в личку, на все вопросы ответят. Вот так. Благодарю вас. Так, что вы говорите за маламута? Сколько стоит ваш маламут, уже спрашивают? 800. Вот, отвечайте, там же пишут, отвечайте. Ребят, хозяин маламута уже у нас на эфире, он сейчас вам там в сообщениях все ответит. Так, хорошо, идемте дальше смотреть, что как. Ребят, кто имеет время, переводите, что пишут наши иностранные друзья. И если не сложно, давайте будем вместе им отвечать, потому что у меня задача, чтобы вы видели, что происходит. Я больше стараюсь показать. Маламут сейчас, хозяин маламута у нас на эфире, и я думаю, что он вам сейчас все ответит. Это Одесса, Украина. Девочка, да? Одесса, Украина. Так, мини той пуделя. Сейчас мы посмотрим, где, в какой стороне. Сильно энергичный. Лабрадоров нету. Ребят, не все успеваю видеть и читать. Папильончики есть. Пуделя это обычные, я так понимаю, это не той. Вот еще один алабайчик. Отдыхающая лоба. Ой, смотрите, что в руках смотрим, держит. Смотрим, что держит в руках, красоту какую. Видите, какая прелесть. И алабай отдыхающий. И отдыхающий алабай. Шпицов полно, ребята. Очень много классных шпицов. Вот сейчас вернусь, я тут недалеко отошла. Мне сильно понравился один белый маленький. Вот, смотрите, какой красивый. Видите? Кролики есть, но они были в начале. В самом начале я показывала кроликов. Сверхпинчеров сегодня не встречала, но бывают. Опять же, если вам интересно, напишите мне, а я вам расскажу, где можно их приобрести у нас. Дам вам контакты. Малинуашки $300. Шара. Шпицы. Коробки. Так, сейчас. Что у нас? Сейчас я дойду. Дойду, покажу вам. Вот, смотрите, есть вот такие вот. Такие вот красавцы. Ой, напомните мне цену, я забыла. 350. Вот такие вот тут есть два щенка с документами, а два щенка без документов. Гарнюльчик, а у вас такие. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот отдыхающая пара. Те же. Не нужно, пусть привет. Отдыхают. Кто там?
И там дальше сейчас вам покажу, ребята. Спаниель. И опять же, боже, у меня кружится голова. Я хочу вам все показать. И пока недалеко отошла, если я не ошибаюсь, где-то вот здесь совсем рядом они были. Да, вот бегу к ним. Спаниелям. Я еще цены запоминала, чтобы не беспокоить лишний раз людей. Вот. Вот, отдыхающая спаниелька. А вот, вот, нате вам, все. Боксеров нету, мальтипушки есть. Благодарю вас. Французов полно. Город Одесса, Украина. По субботам, воскресенье у нас вот бывают вот такие вот базары. Приезжают люди, вывозят своих животных, показывают. Продают. Так, возвращаться к спаниелям. Боже мой, я не успеваю смотреть. Возвращаюсь к спаниелям. Сейчас вам все расскажу. Ну что, буду красивее, верно? Движение – это жизнь. Какой возраст ваших спаниелей? Еще раз. 2,5 месяца и 5500 гривен. Шара? Доберманов не видела. Как происходит доставка, смотря куда? Смотря куда. Вы и так красивые. Сплюньте, я сегодня без булавки, чтобы не сглазить. Благодарю вас. Не надо, не надо, не беспокойтесь. Зачем проснуться? К чему? Для чего? Что? Так, мальтипу, цена. Видела разных мальтипу сегодня. Сейчас, так как я опять же рядышком возле одних из предлагаемых сегодня на базаре, я вам покажу. Вот их как раз показывают. Сейчас я подойду к вам. Вот такая минечка у нас есть, совсем минечка. И вот смотрите, вот, вот, вот. Доброе утро, барышня. Я извиняюсь. Я прошу прощения. И вот такой вот мужик, мальтипушечка есть. Сестричка у меня поехала домой. Скажите, пожалуйста, цену еще раз. $600 эти мальтипушки. Это 600, а это? И это 600. Поняли? Ребят, все, что по поводу доставки, пишите мне в личку. Я закончу, да, освобожусь, зайду, пересмотрю, всем отвечу. Если... Ой, кот, кот. Кот, что за кот? Персидская. А вы что? Да. Рассказывайте. Так, девочке 8 месяцев. Так. Раз у нас Red Point. Так. А глаза у нас просто озерные. Озерные глаза. Если передаст камеру, будем счастливы. Вот так. Цена, возраст. А, возраст ей 8 месяцев, цена у нас $150. Это вообще ничего. Что вы все на шару вот это раздаете? Самое главное, что хорошие руки. Есть люди, которые не могут себе это позволить. Естественно. Кошки наши, все не говорите. Это я отвечаю ребятам. И вот далматинец отдыхающий. Питбули были вчера по $600, если я не ошибаюсь. Смотрите, что делается. Показываем. Шоколад. А сейчас муж отошел буквально на 2 минутки. С ним же пришел. Это рыжий вот это, что ходит, маленький щенок. Шоколадный, рыжий. Да, я прошу прощения, я могу неправильно что-то называть. Я же не могу во всем разбираться. Ну, конечно, наоборот, но я вас понимаю. Хорошо, ребят, если мы встретим пита, который гуляет здесь с мужем. 3,5 месяца, дважды вакцинирован. А цена его $200. Пожалуйста. А вчера были по $600 питбули. Напротив. Не, у нас мы у него просим 200. Планировали себе оставлять, но у нас еще стаффордши, они ему никак не сняли. Ага, поняла. Благодарю вас. Сейчас муж подойдет. Может, вы подойдете через пару минут? Да, в конце концов, я же все равно еще несколько раз похожу. Это же люди, которые... Так, ребятки, что еще вам интересного показать? Что тут есть? Так, смотрите, я сегодня не подходила к Мейн-куну. Вот у нас еще раз бигль, я обожаю этого бигля. Сильно он мне нравится, поэтому смотрите, вот такой вот классный. И вот Мейн-куны, кто хотел Мейн-куны, смотрите. Продаются две барышни, а это отец. Отдыхающий отец.
Вот их номер телефона. А что, вы меня уже не снимаете, да? Сейчас, солнышко, я же должна показать то, что я... Ну как это, шутишь, не шутишь, а 1900 людей должны же ж видеть. Здравствуй, солнце. Это как, дай вспомнить, маленький друг. Вот, ребят, смотрите, все, что я не успеваю вам озвучивать, добавляйтесь. Скажи по-украински красиво. Маленькі друзі, шукайте телеграм-канал «Маленькі друзі», знаходьте там усі породи, контакти є, можете дзвонити до дівчат, домовлятися, забирати цуценят гернесів. Совершенно верно, всі пользуються вайбером, телеграмом, ватсапом, естественно, всі пользуються гугл-переводчиком, ті, хто не знають язик, і відповідають вам на всі ваші вопроси. Доставка в будь-яку точку міра, крім Росії і Білорусі. Без всяких там вот этих перекупов и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вы меня поняли, да? И, естественно, заходите на страницу. Гриша, вот. Я вот это все говорю и пытаюсь вспомнить, как же ты называешься. Гриша. Подписывайтесь на Гришу, он все говорит на красивом украинском языке. Я так не умею озвучивать, как вы понимаете. Ну и плюс моей публикой озвучивать просто глупо, потому что у меня... 89 тысяч подписчиков, из них 90% иностранцев. Поэтому я хожу как рыба и молчу. Вы приехали звідки? Нет, солнце, я родилась и выросла в Одессе, просто я этим занимаюсь много лет. Так, крутяк. Все, благодарю. А собачками занимаетесь? Да, ну зайдишь ко мне уже, посмотри, подпишись на меня. Ну, как называетесь? Я найду вас, пошукаю. Вот. Так, зараз. Я называюсь К9 Елиса. Так, хорошо, отвлеклись. Вот опять, смотри, 100 человек ушло, пока мы тут с тобой болтаем. Сейчас сфоткаю вам, и все, и отпускаю вас. Подивлюсь, что вы там Майкуны. Есть две девочки на продажу. Мой этот, как его, я его очень люблю, этого кота. Очень люблю. Видите, это да? Сегодня. Я, это как брат. Другой? Это его брат. Боже, не, видите, я кого-то люблю, не помню кого. Видите, какой ужас. Это который понаглее... Потому что я тут кручусь возле вас очень часто и слышу, что один у вас такой, в общем, более интеллигентный, а второй, я извиняюсь, ну, как сказать. Ну, он такой, он дается в руки больше, чем тот. Ага. Да, он цена этих котов, девочки, которые две продаются, по $200. Ребят, вот номер телефона напрямую. И, естественно, тут еще и можно пожениться. Вот. Так, Йоркский Перьер. Поехали дальше. Благодарю вас. Гриша бездельничает. Идем со мной озвучивать будешь. Я пирожен поем. Ешь на здоровечко. Да, да, я слыхала тебя с утра. Мне уже, знаете, радостно, что я не могу... Треба цілий день знімати. Уже тут... Сір Бернар, пошли мене в яку сторону? Нет. Был один и продали, да? Окей, нету, ребят. Телеграм-канал «Маленькі друзі». Да, заходите на телеграм-канал «Маленькі друзі». Я боюсь конкуренцию Кличко создать, если я начну говорить на украинском языке. Позорище. А я приходит, друга снимаю Кличко. Ой. Вот, так что вот такие вот у нас есть соседи-блогеры. Ротвейлера видела. У нас сегодня на базаре один ротвейлер. Если я не ошибаюсь, $200 за него просят. Опа, была одна корги, теперь два корги. А вот это корейцы в этой группе, это не... Доберманов нету сегодня на базаре. Корги $900, мальчишка 4 месяца. Шарпей, вот сейчас вернусь, здесь есть, нет. Да, вот, смотрите, Шарпей. Сильно мне понравилась эта девочка, ей 4 месяца. Она отдыхает, мы ее беспокоить не будем. Вот, стоит она 10 тысяч гривен. Адекватная, отдыхающая барышня. Питбули вчера были по $600, видела. И $200 гуляет какой-то мужчина с щенком. Можем словить. Будете покупать, будем ловить. Так, мальтийская баллонка, номер телефона, кому надо. Шпицы, кому надо, номер телефона, пожалуйста. Ребят, звоните напрямую. Интересуйтесь, вам все покажут, ответят, расскажут. Чихуашки.
доходим мы до пуделей. Где-то они йорки, шпицы. Еще одни шпицы, вот такие гордые шпиц. Мальтипу видела по $350. Тут вот есть маленький ротвейлер, кстати. Вы сказали, я увидела. Русский спаниель и алабайчик один. Доберманов не видела. Еще раз, цена бигля та долматинца. Ребят, это в другую сторону. Если вы пару минут подождете, я вернусь, естественно, для того, чтобы вам ответить на ваш вопрос. Вы напишите, если подождете, прям, в общем, дойду вот чуть-чуть и пойду туда до долматинца и этого. А, вот, смотрите, вот ротвейлер. Вот, а я вас ищу, я уже потеряла вас. Вот такой вот ротвейлер. Да-да-да. Говорите цену, еще раз говорите. 8 тысяч. Девочка, 15 мая будет 2 месяца. Прививки еще нету, вот 15-го надо делать. Мы проглистовали ее. Красотка одна осталась, помню. Угу. Ждет своего хозяина. Отойдите, вижу номер телефона, пожалуйста, обязательно покажу. Пожалуйста, спасибо. Вот, ребята, обращайтесь напрямую. Плюс 3, 8, 0 и пошли. Вайбер, Телеграм, Ватсап, пользуются Гуглом-переводчиком, ответят на любые ваши вопросы. Благодарю. Мопси видела $250 и $350. Вот, кстати, к мопсикам сейчас подойду, они здесь совсем рядышком. И здесь, в этой стороне, есть белый пекинес. Вот он подрощенный. Очень, кстати, интересно. Я такого, ну, редко видела. Вот он. Вот он. Белый пекинес. Вот такой вот гордый белый пекинес. Так, хорошо, сейчас разрешите. Эти шпицы по $500. И вот номер, тут у них есть шпиц, тут у них есть $350 мопсики. У них тут есть мальтеза и йорки. И вот их номер телефона. Где же не страшные? Ну, сами вы страшные. Что вы такое говорите? Цена пекинеса $350. У нас пекинеса нет. Ой, господи, мопсов. Пекинес, я сейчас вернусь к этому белому пекинесу, вернусь. Извините, я оговорилась. Это базар Одесса, Украина, Староконный рынок. Так, сейчас... Спасибо. Да-да, я показала. Так, хорошо, значит, помню я, надо показать. Пекинес, расскажите возраст. Цена? 4 месяца, 6500 гривен прошу. Мальчик здоровый, без... все прививки сделаны, грыжи нету, все как положено. Запомнили? Воду, если кого-то интересует, даже уступлю. Вот так. А поняли? Малинуа видела $300, два щенка. Есть на базаре рыжего окраса? Бордер Коли есть один помет, только родился в Одессе. Если интересно, пишите в личку, там контакты. Ребят, не все вижу, потому что смотришь под ноги. Под ноги смотришь, нос не набить. Алабайка. Боксеров нету. Мальтипу видела по $350 и, по-моему, по 500 там что-то видела. Бигль далматинец, это я помню, это я прям как поэтому и возвращаюсь. Бигль и далматинец. Это я помню.
твинксы были классные. Проходила где-то мимо. Если где-то рядом сейчас попадутся, я вам покажу, естественно. Вот. Когда появляется собачка, ты же видишь хозяева, они не пускают, а потом они все равно. Вернулась к вам, меня вернули, и еще раз говорите, возраст, цену. 550, мальчики 600, и мы месяц. Девочки 550, мальчики 600, 2,5 месяца. Мальчик один. Это вот собаки мелкие, там, юрики, они сидят дома. Благодарю. На руках гуляют. Так, и сейчас далматинец. Малинуа тоже, по-моему, по этой стороне. Далматинца вижу, малинуа пока не вижу. Они где-то тоже по этой стороне, совсем рядышком. Поэтому покажу. Малинуа $300. Да, вот есть малинуа и вот далматинец. Вот ваш далматинец. Вот он. Вот он. Мия, Мия, повернись, пожалуйста, чуть-чуть. Мия, чуть-чуть, вот так, да. Не бузи на меня, не нравится ей. Одесса, Украина. Какая цена, еще раз скажите? За 10, чтобы забрали. 10 тысяч, ребят, забирайте. Это котик, мама. Это котик. В таком окрасе тут больше сейчас нет. Так, спасибо. Мальтипушки вот тоже рядышком. Отдыхающие мальтипушки $350. Ой, 350 шпицы. Сори, $600 мальтипон. Извините, пожалуйста. Да, это Одесса с тараконами. Доберманов нету. Канекорса нету. Сфинксы есть. Сейчас я сориентируюсь. Вот малинуа вы просили. $300. Она забивается в оболочек и наблюдает за домом, за территорией. Она смотрит. Если угрожает опасность, он дал. Тебе знает. Так, еще раз. Какой телефон пекинеса? Ребят, буду там. Если дождетесь, я попрошу телефон пекинеса. Еще раз. Малинуа, суперсобаки. Благодарю. В гривнах чи в долларах? Бигля нам называли в долларах. $550 девочки, $600 мальчик. Так, окей. Так, баллонки видела, цену не помню. Доберманов нету, пуделям. Так, хорошо, пуделям пошли. Пошли искать пуделей. Немецкие овчарки видела вчера и сегодня. $300 и $500 разные. Французики есть 250, 350, 500 и 700. Разные, понятное дело, качества, да? Ну, смотрите, какую красоту здесь. Ты куда? Пока вы тут занимаетесь прической, мы вас сзади снимаем. Вот такие вот красавцы. Так, свинцов я видела. А где я их видела? Где я их видела? Я не помню. Вот немецкие овчарки, мы спрашивали. Вот номер телефона, мы уже не морочим голову людям. Звоните, пишите. Французики. Всего мы все равно их не убережем. Это раз. Один раз я на наш рассказ, блин. Вот. Вот. Видели номер телефона, вы спрашивали. +3, 8 и 0.
Вот нам сейчас ее покажут, эту красоту. Смотрите на нее. Надо как-то стать иначе. Ну, смотри сюда. Смотри, и откуда солнце, блин? Я не понимаю, откуда солнце. Давай вот так. Вот. Ой, мама, извини. Убери руку, пока не убегает. Немцы, сейчас я вернусь. Сейчас мы... Посмотрите на эту красоту. Вырву, чтобы этот пальчик больше не работал. Какая цена, какой возраст? 9000 гривен. 2,5 месяца. Обалдеть. И этот пальчик давай. Что, так целый день вот сюда залезь и посиди. Давай, давай. Прелесть, благодарю вас. Номер телефона продиктую, я не снимаю вас. 752-93-51. Вот. Ты что кусаешься? Так. Цена и возраст. 3,5, 10 тысяч девочки. Мальчик 2,5, 14. Документы какие? УКФ. УКФ. Документы УКФ, все прививки сделаны, все вакцины уже сделаны. Вот. 9 тысяч гривен этот код, которого только что я показывала. Таксов нету, благодарю. Так, американские були, значит, вы просите. Вот я сейчас возвращаюсь. Там, где американские були, там у них еще есть французы классные. Да, есть пуделя, я пойду к ним сейчас. Юлик, Юлик, позируем красиво. Американские були от 1500 долларов и выше. Все зависит от щенка. Сейчас я вам покажу номер телефона. Обращайтесь напрямую в Альбер, Телеграм, Ватсап. И вам ответят на все ваши вопросы. Украина, Одесса. Зачем этот пример? Посмотри, себе рассказывают. Это панда, черный берег. Страшные, да? Они стоят от 1500 долларов. Грозные убийцы. Да, они даже маленькие. Они уже не очень маленькие. Не очень маленькие. Поскольку им? Кому? Убийца. 6 месяцев и неделя, 6 месяцев и неделя, 8 месяцев. Я пойду себе перепелочек. Это уже такие серьезные ребята. Я же говорю, они даже маленькие, знаете, такие суровые. Не, они не суровые, они очень добрые. У них просто внешний вид такой. Огромная Франция. Да, такие здоровые. Американские були от 1500 долларов и выше, все зависит от щенка. Это что это? Зайка. Это прелесть. Да, куколка. Французы ездят 250, 350, 500, 700, разные. Все, и ты хороший. Цена этого парня вы спрашиваете? Скажите цену этого мужчины. Девочка. Ой, это боже, прости, родная, прости, дорогая. Сколько стоит эта барышня? 15 тысяч гривен. 15 тысяч гривен.
документами. Мальчики по 6 без документов. Одесса, Украина. Нижние хорошие. Спасибо. Телефон Малинуа. Так, сейчас я сосредоточусь где-то. Она здесь через дорогу была. Вон, кстати, в пуделе. Я подойду к Малинуа обязательно, не беспокойтесь. Вот той имени. Вот их номер телефона. Обращайтесь напрямую, и они вам ответят на все ваши вопросы. Вот. Еще раз номер телефона. Нет, лабрадоров нету. Спасибо. Хасок нету, ротвейлеров есть 2 штучки на базаре, 2 щенка, шпицов полно. Да, я дойду до ротвейлеров, я вам покажу. Алабайчик, еще раз ответьте, какая цена? 7000. 7000, это мальчишка, ему 3 или 4 месяца. Да, я не все сразу запоминаю. Сверхпинчеров сегодня нету. И вот вы просили Малинуа, и сейчас девочка нам продиктует свой номер телефона, и вы напрямую свяжетесь. $300, 2 щенка осталось. Диктуй, Зиночка, номер телефона. 0-97-58-10-330. Обращайтесь. Давайте еще раз. 0-97-58-10-330. Обращайтесь, Зина ответит вам на все вопросы. У нее осталось 2 щенка. $300 Малинуа, шара. $300 щенка. Малинуа, 3 месяца. Какую-то еду нам нужно немедленно достать. Хоть оттуда. Думаю, где бы полегче. Ребят, кто под рукой имеет переводчик, переведите то, что пишут наши зарубежные друзья, и отвечайте им, если вам не трудно. Чтобы не оставить их без внимания, это некрасиво. Они нас поддерживают, а им тоже надо быть чем-то полезными. 600, мультипоп. $600. Вот это я запомнила уже. Вот я запомнила эту мультипушку. И 350 шпицы. Есть с документами, есть без. Ребят, пожалуйста, кто имеет возможность, переводите, что пишут, и если можно, отвечайте. Вы же видите и слышите цены, если вам не трудно. А я подумала, что это эти охотничьи, ваши? Нет, это бигли. Это другие.
это тоже охотничий, да? Мы на пути к пекинесам. Господи ж ты, боже мой, пошли. Да. Спасибо. А еще больше как есть? Или вы не держите? Каракалы, наверное. А, каракалы. Да. Красок нету. Возвращаюсь к Мейкуну, чтобы вам ответить, какая цена их. Мальтипушка? Цена девочек? $200. $200 эти девчонки. Две девочки на продажу. Шпицы видела по $500, видела по $350. Да, это сейчас спросим про чехуашек. Вот шпиц, чехуашечки, мелкий стандарт 2-2,5. А шпицы вот там вот тот, который прошу тоже 12. Ну прошу, будете брать, будем есть. 12 это вы говорите за белых чехуашек? Мальтика, маленькие беленькие 12. Да, да. Слышите, да? 12 тысяч гривен. Эти маленькие чехуашки. Да, она маленькая, да. И маленький, очень-очень маленький будет вот этот шпиц. Ему 2,5 месяца. Вот этот шпиц. Тоже 500. Я вам сейчас его покажу. Он очень красивый. Да, вот этот вот. Ну, сколько он стоит? $500. $500. Ребят, пожалуйста, кому не трудно, переводите, что пишут на английском языке, и ответьте людям, если вам не сложно, потому что я больше смотрю, чтобы показать, что у нас тут есть, а если кто-то свободен, ответьте им, пожалуйста, на вопрос, потому что пишут, надо им отвечать. Ответите, буду вам признательна. Номер Майкуна, возвращаюсь. Машина. Вот их номер. Плюс 3, 8, 0 и пошли дальше. У них же мальтипу. У них же йорки. Вайбер, ватсап, телеграм. Так, что мы тут проходим? Мимо. Мы проходим мимо. Вот есть французики, отдыхающие французики. Такие вот. О, кто-то я первый раз. Мальтипу видела $600. Да, по $600 я видела мальтипушек. Цены французов? От 10 до 14. От 10 до 14. Здесь разный возраст, разные щенки. От 10 до 14. Благодарю. О! Пока он отдыхает, можно его... Не трогай. Пусть отдыхает. Спасибо. Девочка став продается. $200, не ошибаюсь? Да, 200. Ну, если что, то буду разговаривать, да. Спасибо большое. Спасибо вам. Барышня, $700, обалденная. А сколько ей? 2 месяца видео мое было. Сейчас я вернусь к коту. К сфинксу. Секунду, подождите, я эту великолепную барышню покажу. $700, вот ее номер телефона. Звоните, ответят, покажут, расскажут.
Мальчишки закончились, осталась девулечка. Цена коту возвращаюсь. Цена его еще раз повтори, пожалуйста. 9000 гривен. Номер телефона свой продиктуй. А вон там. Там есть? Окей. Окей, я пойду, пойду, пойду. 66-752-93-51. Спасибо, дорогой. Немецкие овчарки видела по 300, видела. Вот став, вот став и девочка. Сколько цена этой девочки? Ответь мне, пожалуйста. 10 тысяч, барышня. Какой у нее возраст? 6 месяцев. 6 месяцев, барышня. Это кто? Мать? Это мама. Это мама. Барышня, которая стоит 10 тысяч гривен, которой 6 месяцев. Правильно? Спасибо, дорогая. Вот наша мать. Маме скоро будет 5. Какая разница, сколько маме? Возраст девушек говорить вслух не нужно. 10 тысяч гривен. Кому не сложно, переведите на доллары и ответьте, потому что здесь вот вон. Доставка есть в любую страну, кроме Украины, ой, кроме, господи, России и Белоруссии. Она скажет, сейчас хозяйка придет. Так, я говорю, я его... Так, Свинкс, вот номер телефона. А телефон машины? Пекинеса видела. Видела, белый, подрощенный, 4 месяца, а вот цену я не помню. Мы все равно на пути к нему, поэтому если вы дождетесь, я подойду. Шпицы $350 и выше разные. Я себя чувствую, когда начинают их все гладить. Их знаете, сколько уже человек тут гладит? Что я не могу, отбоя нету. Ребят, я дойду к пекинесов и обязательно вам дам номер телефона пекинесов. Вот смотрите, Джек Рассел, вот номер телефона, тоже напрямую обращайтесь, пожалуйста, ответят вам на все вопросы. Вот такие вот красавцы. Здесь подросшая девочка. По 20 тысяч гривен, верно я говорю? Да. И вот смотрите, у них Инстаграм есть, добавляйтесь. Я утром пришла к полугороде. Номер телефона. Еще баки. Вот подросшая девочка. Любит я такой. Немецкую овчарку. Хорошо, покажу, ребят. Сейчас, одну минуту. Мать зверей Беев. А то. Чихуашек полно, ребят. Немецкую овчарку возвращаюсь. Русский спаниель тоже видела. Сейчас, одну минуту. Так, немецкая овчарка. Немецкую овчарку возвращаюсь. Русский спаниель тоже видела. Сейчас, одну минуту. Так, немецкая овчарка. Сейчас, ребятки, я сосредоточусь. На какой стороне? Я кручусь на одном и том же месте и уже... Еще раз. Оторвите мне язык. Мам, ну дай 20. Не дам. Ну хорошо, ну хорошо, хоть 30. Волк покажи, а вы зайдите ко мне на страницу и посмотрите. Там есть много волков. Немецкая овчарка, ребят, вот. Вот. О! Вот. Зверьё наше. Вот. Видите, какие красивые, это овчарки, немецкие овчарки. Все финчеры были на прошлых выходных, сейчас нет. Но если вам интересно, у меня есть координаты девочки, которая занимается этой породой, я могу вам дать. Пишите. Смотрят, смотрят. И... Какая цена еще раз? Девочки по 10, мальчик 14. Девочки по 10, мальчик 14. Вот номер телефона, обращайтесь напрямую. Так, хорошо, что хасок нету.
американские були есть, да, вот опять же, по-моему, если не ошибаюсь, совсем скоро мы их увидим, потому что я, короче, я так понимаю, вы иду к ним. Ну, не к ним, а просто в ту сторону, где они находятся. Они от 1500 долларов и выше, до 6, если я не ошибаюсь. Хотите? Нет, ну, по ту сторону. Чихуашки, пожалуйста, чихуашки, где чихуашки? Так, сейчас вот еще немцы. Немцы закончились, что ли? Да, смотрите. Все. Так, американские були. Номер телефона, вот собаки, дети. Кто-то рассказывает, что эти собаки убийцы. Вырвите язык и выкиньте на мусорку, и поверьте, этот язык вам никогда не пригодится, потому что американские були, у них нету агрессии ни на животных, ни на людей. Это достаточно добрая, адекватная собака. Вот смотрите, это базар. Привезли щенков, подходят люди, все суют туда руки, целуют, обнимают. Убийц? Извините. Ну, то есть, в общем, вы понимаете, да? Сейчас немножко ближе подойду. И французики у них наверху. Еще раз номер американских булей, пожалуйста. Смотрите, у них сейчас разновозрастные щенки американских булей покеты. А через буквально неделю, если я не ошибаюсь, должен родиться новый помет экзотов. 9000 сфинкс видела. Вот, пожалуйста, ребенок лицо сует. Понимаете, да? По поводу вот этой собаки-убийцы. Честно говоря, знаете, когда вот это слышу, противно слушать. А, Украина, Одесса. Мальтипу видела по 600 долларов. Классные мальтипу. Ротвейлера тоже видела, два щенка на базаре. Если интересно, еще покажу, потому что прям сильно мне один из них понравился. Девочка там, по-моему, крутая такая. Такси в Ласка. Так, пудели есть, вот, например. Сейчас, ребята, я пропущу машинку, кидаться не буду. Здесь мы можем уже пройти. Вот такие пуделя. И вот номер телефона. Камикорса не видела, а Алабаев видела. Есть такие пуделя, и там дальше будут немножко другие. Папильончики. Ретриверов нету. Йорки мини есть полно. Какой взрослый пес у мальтипу будет? Вы имеете в виду? Мальтипу я видела 600 долларов, я же вам говорю. И, да, я когда к ним подойду, вот я, по-моему, недалеко от них. Да-да, сейчас вот я подойду и про мальтипу вам все расскажу. Вот это, кстати, питбуль. Мы его искали. Спасибо. Так, идем к мальтипу спрашивать. Так, еще раз, 600 долларов. Какие будут взрослые? Максимальный вес. Ну, эта девочка, миничка до 2 килограмм будет. Он где-то 200-280. Покажите. Мальтипу 600 долларов. Так, он будет? Это до 2 килограмм. До 2 килограмм вот этот он. Это девочка. Нет, это девочка. Это девочка. Она будет девочка до 2 килограмм. Да, видела кавказцев.
самом начале. Очень, кстати, шикарные, адекватные, с документами. А пацан где-то 2,5-2,800. 2,5-2,800. Мальчикушка $600. Что там? Что ты там увидел? Спасибо. Так, идемте, что, бордер-колли есть, помет в Одессе, родился у одной из девочек. Если кому интересно, пишите в личку, дам ее координаты, она вам ответит на все ваши вопросы. Пожалуйста, бигли. $600 мальчик, 550 девочки. Ура! Много собак, много информации, я не запоминаю. Я что-то тебе узнал, 35. $600 мальчики, 550 девочки. Мальчик 1, 4, 9. 45 километров. Базар-вокзал, да, базар-вокзал. Базар-вокзал. Какие взрослые? Французики есть 350, есть 500, есть 700, есть 800. Разные цены, соответственно, окрас, качество. Ну вот, например, $800 девочка. $800 отдыхающая девочка. Вот номер телефона. Пекинесе иду, я помню, я ради Пекинесе иду в другую сторону. Джек Рассел, еще раз вам покажу. Вот номер телефона Джек Рассела. Вот собаки. Английский кокер спаниел. Да, я видела. Нет, русских видела. Иду к Пекинесу, иду. Алабай, Рокфеллер. Отдыхающий Рокфеллер. Малинуа видела $300, два щенка по $300, два рыжих щенка продаются. Если интересно, пишите в личку, дам номер телефона. Корги видела, один мальчишка продается 4 месяца, $900, отдают за $900. Так, доходим к Пекинесу. А телефон все равно? На фотке, да. На фотке. Вот Пекинесик. Ты туда смотри, на девочку, а не на меня. Вы еще раз, пожалуйста, продиктуйте свой номер телефона. 050. Да. 390. Да. 27. Да. 21. 050. 390. 27. 21. Белый пекинес. 4 месяца. Да. Цена? 6,5. Вот за 6 уже отдают. Уже конец дня. Ребят, набирайте белый пекинес. Да, если надо, привезем куда надо по Одессе. Все, благодарю вас. И там есть телефон сына. Это женщина, у которой собаки. Шпицы, мопсики, мальтезы, йорки, номер телефона. Такс не видела. Померанский шпиц. Шикарный какой, видите? А мини-шпицы пишут, есть? Покажите, где? Есть подрочные, есть покрыточные дома. Сейчас покажу. Рассказывайте, как вы умеете. Я уже такой час брожу, я уже говорить не могу. Смотрите, есть вот... Вот этот вот мальчик супер мини, он, ему уже 5,5 месяцев, он полностью привит, вет паспорт, у него есть чип, родословная. Он будет весом от 1,5 до 1,600-1,800 весом, в холочке будет сантиметров до 17. Мопсики по $350. Да, и смотрите, он
носик на мизинный палец. Сейчас просто полностью это, сейчас у него пик линьки, 5,5 месяцев. Вот через 2 недели уже начнет одеваться. И будет шариком. Благодарю вас. Доберманов нету. Белого покажите. Сейчас, секундочку. Испугал тебя Форд, когда испугал. Нью-Йорков хотят посмотреть. Доберманов нету. Вот есть ребеночек такой белый. Он будет до 2-300, до 2,5 килограмм такой. Возраст тот же, 5,5 месяцев. И полностью белый. Давайте его так вот на солнышке. Ага. Цена? Цена $700. Глазки белые, видите? Не текут. Все красиво, все чистенько, все обалденно. Обалденно. Вот еще раз номер телефона этих людей. У них есть мопсы, шпицы, Йорки, мальтийские баллоночки. Давайте посмотрим ее. Давайте ее потрогаем. Собака, давайте да потрогаем. Бигли есть $550 девочки, $600 мальчики. Чу, давайте сюда вот. Да-да, как вам? Немножко. А то мы водичку пили, скажи. Мы пили водичку. А Йорки ваши почем? Йорки, смотрите, есть мальчик, мелкий стандарт, он будет 2200, он в стрижке, он $300, и вот эти вот миники $400, им 4 месяца, то есть детки уже подрощены, вы видите, что берете, они уже с перецветом, уже видно, перецвет пошел по спинке, не только по голове, а по спине перецвет пошел. Украина, Одесса. Вот такой вот ребеночек. Это мини-девочка. Она будет до 2,5 килограмм, может и не дотянет. Родословная, полностью привита. Вет паспорта, чипы. Вот такой белоснежный ребенок. Вот такая красота. Глазки тоже не текут. Все чистенько, красивенько. Видите, да? Какая зубки прелесть. Тоже очень хорошие. Прикус норма. Цена еще раз? Цена девочка 700, мальчик 600. Мопсиков просят. Пожалуйста. Смотрите, что творится. От вас отойти нельзя. Днем к вам... Днем, господи, с утра к вам не пробиться, а сейчас уже можно вас немножко помучить. Вот есть такой мальчик, есть такой мальчик. Такие мопсики. Смотрите. Мопсикам, смотрите, 8 числа будет 2 месяца. У них одна прививочка. Полтора месяца сделали первую прививочку. То есть нужно будет привить 3 раза. Привиты они Вангардом семерочкой. Они с родословной. Ветпаспорт и чип. Замечательно. $350 вот такая вот голова. Щенки. Складочка очень хорошая, нос, складка, то есть потом в дальнейшем будет только нарастать. Какая цена еще раз? $350, да, чтобы забрать. Чем кормят сейчас, так, чем кормят белых малышей, что у них не текут глаза? В чем секрет, что вы, ваши белые собаки не текут? А вот когда люди у нас купят щенка, и секрет для них пропадет. Секрета не станет, да. Секрет вам все расскажет, покажет. Конечно, все. А вообще берете стиральную машиночку, туда порошка, белизны на легкую стирку. Только в Одессе у нас так могут пошутить. Да. Я благодарю вас. Все. Так, Йорка покажите. Извините, окей, показывайте Йорков. Корги был, да, есть один. Давайте и того, какие проблемы. Корги был мальчишка, $900 отдают, 4 месяца на продажу, на базаре. Ну что было, он еще есть. Спасибо вам за внимание, Карина. Лабрадоров нету, ребят. Мопсики. По $350 пока расчесывают Йорка, я вам покажу мопсика. Спасибо, Александра, что помогаете мне отвечать на вопросы. Это Одесса, Украина. Ничего смотрите, страшного. Какая голова.
Какая голова? Нежная, что вы имеете голова, в виду? Голова, очень хороший перецвет, очень хорошая розетка. Поняли? Видите, какая голова? Очень хороший корпус. Сейчас поставим, боится ребенок. Ауси. Что такое ауси? Знаете, что такое ауси? Нет. Вот, видите, и мы не знаем. Просим прощения, это что такое? И мы не просим, не знаю. Кого-то спрашивают. Я просто такого не видела, не слышала. Это девочка или мальчик? Это мальчик. Это мальчишка. Да, это мальчишка. Сейчас он попытается его выставить. Не хочет, боится. Вы его, наверное, только я привезли, да, на показать, базар? Я хочу сказать, что спинка ровная. Ага. Ребенок не горбатый. Ушки сейчас... Драконы, да, слава лаше, благодарю вас. Да, это Одесса, Украина, Староконный рынок. Есть еще один ребенок, тоже мальчик. Мальчик, есть... а девочка есть такая? Девочку оставили дома себе. Есть девочка, но дома. Мопсы 350. Девочка нужна. Смотрите, вот я вам сейчас дам их номер телефона. Звоните. У них есть дома девочка, а он тут что-то рассказывает, что оставить себе. Ну, я думаю, что, в общем... Это миники. У них так много собак, я думаю, что продаст, куда он денется. Перецвет, давайте я покажу. Вот перецвет, смотрите. Давайте на солнышке. Просто многие говорят, спасибо, Карина, огромное вам. Голова перецветает у всех собак. Ага. А вот по спине... Ага. Вы до 3 месяца не определите. Ага. Вот смотрите, сейчас вот виден уже перецвет. Ага. Вот если есть перецвет, значит ребенок перецветет. Он уже начинает перецветать. Косметика есть, корги. Если нет перецвета, он останется черным. Ага. Ушки сейчас, смотрите, ушки у них стоят. Просто сейчас пошла уже смена зубов. Ага. Ушки то стоят, то падают. Потому что, считайте, уже 4 месяца ребенку. Уже полным ходом идет... У меня телефон, у меня. Смена зубиков. Спасибо вам тоже огромное. Тоже очень низкий на ножках. Ауси – это австралийская овчарка, поняли? А, вот так вот. Мы бестолочки. Видите, какая прелесть? И еще и за это, за мальтипу. Нет, нет мальтипу у вас нет. Нет, только мальтийские баллонки, йорки, шпицы. Цена, мальтипу. Цена кого? И, точка. Сверхшпиц нету, какие есть породы. Здесь есть шпицы, здесь есть мопсы, здесь есть мальтеза, здесь есть померанские шпицы и йорки. И вот какого-то еще мальчишка нам показывает. Его подстригли. У него что, день рождения было? Что вот это вот? День рождения, решили меня подстричь. Йорки почем? Смотрите, вот этот мальчик $300. Это мелкий стандарт, он будет 2-2200, может 2-300. Вот голова, перецвет. Спинка будет платина. Ну, у них у всех будет платиновая спинка, и голова будет бронзовая. Шпицы ваши по 500, я правильно отвечаю? Есть 450. Грубо говоря, по 500. Да, позвоните, ну, по номеру, будете торговаться. Звонят, да, звонят, разговаривайте. Приезжают, на родителей посмотрят. Хорошо, я благодарю вас. Все. Идемте дальше. Так, еще раз номер телефона. Все, ребят, идемте дальше, посмотрим. А, вот, кавказцы, мы же к ним шли, боже, я с йорками, мопсами, шмопсами. Еще было все на свете. Мальчик, один был вот такой, один был вот такой. Смотрите, папа вот такой вот переносный. Почаще 250-200. Вам, Карина, большое спасибо. Это мама, видите, такое живое. Медвежата, да. Номер телефона медвежатов. Спросите, что спросить, все спрошу. Просто там много людей, видите, она занята, отвечает людям. Не хочу перебивать, не хочу лезть. Это кавказская овчарка. И вот это прислали еще с видео. Возьмите, посмотрите. Годы 4 месяца девочки. Уделят $500, совершенно верно, Кариночка. Спасибо большое, что помогаете мне. Вот это годы 4 месяца, девчонки. Черно-белая, вот такая. Спасибо большое, вы меня прям тут хвалите. Ничего себе, надо завтра одену булавку, чтобы не сглазили. Благодарю. Уже
уравновешенные, нешумливые. Украина, Одесса. Они молчуны. Сестру мою во двор пускают. Ну, не выпускают. Короче, всех пускают, никого не отпускают. Поняли? Кавалеров Кингов я не видела сегодня. Они вот так вот лежат во дворе, она только через порожек хочет поступить. Они делают так. Дойчики разные, разные цены. Все зависит от собаки. От щенка. Мопсиков только что показывала по $350. Естественно, отправляем в любую точку мира, кроме России и Белоруссии. Когда муж взрослую девочку забросил к щенкам в вольер. Ребята, я это, этот прямой эфир выставлю на YouTube. В YouTube, в общем. И если вам интересно, просмотрите, ну, на скорости, да, там все номера телефонов и так далее. А еще, знаете, есть телеграм-канал. Он называется «Маленькие друзья». Вы можете добавиться туда. Там есть номера всех вот этих продавцов, которые есть у нас на Староконном рынке. Все собаки. Там видео, фото. «Маленькие друзья» называется этот канал. Добавляйтесь в телеграм-канале. И, естественно, вы будете, если что-то пропустили... Там намного проще все полистать, и вы будете знать. Там и алабайчики, и таксы, и, в общем, все, чего сейчас нету, ну, все, что я не могу показать. Слушайте, этот канал в Телеграме? «Маленькие друзья» вы имеете в виду? Да, это в Телеграме. А ссылочку можно на этот канал? Просто в Телеграме наберете «Маленькие друзья», и он выскочит, сразу увидите. У меня телефон сейчас прямой эфир, 1900 человек смотрят. Я, если начну что-то делать, это неудобно. Чау-чау не видела, ребят. Цена чихуашек, скажите. Эта барышня продается? $500, да, девочка. Вот эта барышня в этом шикарном, извините, я не знаю, платье, что это, я даже не знаю, как это описать. Ей сколько месяцев? 8 месяцев. Ей 8 месяцев, сами понимаете, она уже не вырастет. И стоит она? $500, кило 650. Эта барышня весит. Ее можно брать на руки, носить. В общем, подмышку ложить, карман ложить. Ребят, скоро. Ребят, пожалуйста, переводите, что пишут наши иностранные герои, и отвечайте им, потому что у меня цена ротвейлера, не помню. Вот еще чихуашки, видите, да? А отправка как? Смотря куда. Скажите, куда, скажу, как отправка. Ребят, пожалуйста, переводите, что люди пишут. Кому не сложно. Цвет пинчер. Бог ты мой. Кто-то спрашивал сегодня цвет пинчера. Кривой Рог. Кривой Рог, по-моему, можно или автобусом. Или автобусом, или машиной, или... Ну, в общем, это, наверное, не проблема. Надо подумать. Я прям сходу вам не отвечу, но то есть все зависит от ситуации, потому что каждый день какие-то новые приколы у нас же в нашей стране, вы же прекрасно знаете. Вот, поезда, куда везде ходят, естественно, есть много. Германию €500, если я не ошибаюсь, доставка стоит. Ну, в районе 500 это точно, ну то есть там плюс-минус 50 туда-сюда. То есть Европа вообще не проблема, Англия не проблема, Америка не проблема. Ну, в общем, сейчас, слава богу, с доставкой все в порядке. Лабрадоров нету. Да, это Одесса. Ребят, я сходу вам не отвечу про доставку, про цены, потому что к концу дня я не помню, как меня зовут, а сами понимаете, естественно, помнить конкретно, чтобы вам тут не наврать ничего. Есть личка, да, пишите, пожалуйста, я
Естественно, отвечу вам. Векас и барахолка. Да, это барахолка. Вот представьте себе, это барахолка. Вот такая у нас шикарная барахолка. Это не была барахолка. Пусть говорят. Это тараконка. А барахолка там. А на тараконке продают животных. У нас Одесса. Очень приятный город. Я обожаю свой родной город. У нас очень приветливые люди. Вот видите, я с вами разговариваю. Девушки услышали и, естественно, начали тоже отвечать. И все очень добрые, все... Ну, в общем, хвали меня, моя губонька. Это, по-моему, все, что я знаю на украинском языке, простите. Такие вот еще красавцы есть. Немецкий овчарок сегодня видела и $300, и $500. Разные тоже. Китайцы есть, а куда ж мы без них? Привет из Харькова. Харьков тоже вам большущий привет. Как вы там, как сейчас? Немножко полегче. Вам, конечно. Майкунов показать. Ну, ребята, если... Пасок нету. Одесса, да. Я буду просто ехать, и вы написали. Видите, какие у нас люди приветливые. Вот идешь с камерой, тебе раз и показывают. Вот раз телефон, обращаетесь к ним напрямую, без всяких наценок покупаете собачек. Естественно, Viber, WhatsApp, Telegram, все пользуются Google переводчиком. Доставку я организую, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Плюс 3, 8 и вот дальше цифры. Шприцы надо? Шприцы надо? Это мама. Покрас такой интересный? Да. Поняли? Ну, тоже такие будут. Ты же пришел приучать его. Как вы понимаете, да? Вот это же надо все... Спасибо огромное. Ребят, очень приветливые люди в Одессе. Обращайтесь, все будут рады вам ответить, помочь, рассказать. Цена кого, пожалуйста, напишите, я вам отвечу, если далеко не отошла. Цена, наверное, вот этих собачек, что я вам только что показывала. Скажите мне цену, скажите мне возраст. Ему вот будет 5 месяцев 27 мая. Прекрасно. Цена? 14. 14 тысяч. Переводите в доллары, будете понимать. Вот номер телефона. Вот мама ее. Ты посмотри, маму так что-то вот. Мать. Ну, чуть-чуть боже больше тебе. Ну, чуть-чуть, тут вот так. У нас может быть такие самые. Сейчас вернусь к спаниелям. Благодарю вас. И вот спаниельки. Слушайте, я уже 3 раза, по-моему, спрашивала цену этих спаниелек. Я не запоминаю. Какая цена? 5500. Я не... Вы думаете, у меня девичья память? Ну, вы думаете, я просто так? А хотя, вы знаете, поприставать можно. Да, конечно. 5500. Лапуськи, точно. Очень верные собаки. Собаки все верные. Много чему можно у собачек поучиться. Вот, нате вам. Барышня писит, видели? Эксклюзив. Красиво писит барышня, правда? Это американские гули. Это американские гули. Ты бессовестная. Почему она бессовестная? Где она должна писать? В клетке? Там хоть впитывающий коврик. Американские були у нас есть. Так, а что если я хочу купить собачку, но живу не в Одессе? Боже мой, без доставка проблем. Вообще не проблем. Доставка сейчас есть по всему миру, кроме России и Беларуси. Все.
американские були от 1500 долларов и выше. Все зависит от конкретной собаки. И французики у них есть на втором этаже. Юлик, Юлик, я здесь, Юлик. Юлику, по-моему, плевать, где вы. Не, сразу повернулся. Да оставьте их уже в покое. Если у нас в этом году будут выборы, то он будет баллотироваться в мэры. Зенна, да, мастер Йода, подпольная кличка. Можно сфоткаться? Цена этих французов. Шоколадный стоит 800, голубая стоит 650. 800, 650. Вот так они фоткаются. Собаки очень адекватные, социализированные. Видите, народ подходит, целует, обнимает, фотографирует, берет автограф. Некоторые даже стишки декламируют. Да, Боря? Ты сегодня полдня разговаривал. Да, это вверху французы, внизу американские були. Йорков только показывала, ребятки. Кто знает, есть ли такие рынки в Киеве? Киеве, но он маленький совсем. Есть, но маленький у нас он лучше. Совсем в Киеве маленький. Там, по-моему. Где можно заказать собаку? Какую собаку вы хотите? Если с вот этих, то, пожалуйста, вот номер телефона. Напрямую пишите, звоните, договаривайтесь. У них есть ассортимент американских булей, у них есть французы, и у них скоро родится новый помет американских булей, только это покеты, а у них будут экзоты. Поняли? Доставка есть. Американские були. Это вот того крайнего берешь. Мы его взяли и закрыли, я не увидела. Что и пипец твоим соседям. Ничего подобного. Они будут просто американские були от 1500 долларов и выше. Французы 650 и 700. Здесь. Таксов нет. Такс нету. Цена французов 650 и 700, верно? 800. И 800. Шоколад 800. А вот это кто такие? Вот французики. Вот. Девочка и мальчик. И 650. Вот. Вот это мальчик. Вот ему 5 месяцев в таком вот окрасе. Шоколадка. О, боже, как нам повезло. Видите, я лишний раз я стесняюсь беспокоить лишний раз собачек. Вот такой вот он. Ну, тогда вот такой вот. Юлий Цезарь. А у вас какой пес? А если вы зайдете ко мне на страницу, вы увидите, какой у меня пес. Это девушка, ей 9 месяцев. Боря, не чеши мне спину, отстань. Это Боря чешет спину? Ну, а что, да. Она болеет. Она хочет на ручку. Нет, американские були, они низкие, и это американские були, которые покеты. То есть это низкие, то есть вот это рост, максимальный рост этой собаки. Не будет, 3-4 сантиметра по росту, где-то будет около 30-32 килограмм веса. Да, стой, Вове, я у меня красавица. Благодарю вас. И опять папильончик. Они все, они с рембо. Доберманов нет, ребят. Какой? Маши руками, вокруг люди. Ну что? Давайте. Так. Сейчас вот у меня есть через дорогу маламуты. Что еще? Вот пуделя вот такие есть. Пуделей сегодня что-то мало совсем. Вот номер телефона пуделей, вам видно? Той пудель, да, иду искать той пудель. А где же я их видела?
Где-то я видела. А, вот, 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 вот. Блин, вы вот это здесь стоите, я забыла. Я забыла. Я помню, вас видела пару раз. А где я вас видела? Я хожу, как это. Вот это той пуделя, табличка, где? Ушли? Ушли? Ребят, вот, пожалуйста, обращайтесь. Отличные собаки у людей. Вот номер телефона. Звоните, пишите, ответят на все вопросы. Вот такие вот собачки у них. Они вам все расскажут, покажут. Вот. Цена, скажите. $450, пожалуйста. Вот вам $450. Приветливые люди ответят вам все, все, все. Вайбер, ватсап, телеграм. Благодарю. Спасибо. Вы уже уходите, да? Да, все, уже вас искать не буду, значит. И вот еще немцы. Раз уже рядом, обязательно покажу вам отдыхающие немцы. Где можно заказать каннекорсы? Напишите мне в личку, я попытаюсь поинтересоваться в одних там местах хороших. Обожаю Одессу, хоть бы там только проездом. Так интересно смотреть на разные породы. Благодарю вас, Мария. Да, Одесса – мой родной город. Обожаю этот город. Привет. Приветливые, доброжелательные люди. Шутят. Я адвокат, на всякий случай. Будем надеяться, что... Буду надеяться, что вы мне не нужны. Человек занимается маламутами и говорит: тебе нужны адвокатские услуги? Будем надеяться, что не нужны. Благодарю вас. Кому нужен адвокат? Тот, кто продает маламуты. Может это еще. А? Питомник – это хобби. Питомник – это хобби. У вас хорошее, дорогое хобби. Ой, у вас хорошо, здесь солнца нет. Номер той пуделя. Я вам показывала, ребята. Они уже закрыли машину и собираются уезжать. Я останавливать людей не буду. Смотрите, я этот эфир выставлю у себя на канале в YouTube. Так же само там называется, К9 Елизарова. И просто промотаете и сделаете скриншот ихнего номер телефона. Причем я их сегодня показывала несколько раз. Поэтому, естественно, вы... Так, ждите нефига. Цена французского бульдога 650, голубой 800, шоколадный. Боже, Леночка, огромное спасибо, что помогаете мне отвечать ребятам на все их вопросы. Я не все успеваю читать, я больше сосредоточена на тем, чтобы показать, что у нас продается. Цена, в общем, и под ноги смотрю, чтобы не разбиться. Еще раз вам покажу малинуашек. Какие у нас адекватные малинуашки. Одесса, Украина, староконный рынок. Два малинуа, $300, один щенок. Украинскую не могу, девочка милая. Если я начну говорить украинскую мову, прошу прощения, вы меня вот вообще понимать не будете. Я взрослая. Два хлопчики малинуа. Да, вот вам. Два хлопчики малинуа. Вакциновані, мають батьків, документами ПСУ, ФЦІ. Видите, как вы. Прекрасно меня озвучили. Благодарю, Зиночка. Їм 3 місяці, у добрі, хороші руки, $300. Благодарю, Зиночка, благодарю. А я вже вивчила. Ну, я что-то я как-то плохо, совсем плохо. С українським язиком, к сожалению. Ну и вообще я озвучиваю редко. Почему? Потому что если вы обратите внимание на 88, по-моему, у меня там тысяч или 89 тысяч подписчиков, из них 90%, извините, иностранцев. Поэтому то, что я вот это сейчас тут белькаю, неважно на каком языке, русский, украинский, но они все равно не понимают. Потом они мне пишут в личку. Я пользуюсь Google-переводчиком и отвечаю на их вопросы и, понятное дело, доставляю им собак. Что за игнор? Так, стоп, пантера, что за игнор? Никакого игнора, напишите еще раз. Простите, я иногда смотрю под ноги для того, чтобы не навернуться.
поэтому, возможно, я могу что-то пропустить. Извините, никакого игнора, даже не думайте. Я одесский язык знаю из тысячи, правильно, верно. А то, да? Так, смотрите, 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 смотрите. Мы тут подсматриваем, что вы делаете. Они тут обнимаются, целуются. Обнимаются и целуются. Нет, золотистых ретриверов не видела. Чихуашки разные цены, ребят. Смотрите, есть телеграм-канал, который называется «Маленькие друзья». Если вы туда добавитесь, там есть все цены и все ныне продающиеся собачки. Вам напрямую там написан номер телефона человека, который продает, да, хозяина собаки, и вам ответят, набирайте, пишите, звоните. Телеграм-канал называется «Маленькие друзья». Нет, водолазов нету. Мальтипу видела по $600, видела, да, по $600 мальтипусчик видела сегодня. Шпицы видела 350, видела 500. Ты видел когда-нибудь копию? Смотри. Чихуашки. Чихуашки от и до? $400. Не от, не до, а просто $400. Все собаки разные, у вас их много. Я какой раз подхожу, я не могу запомнить. Большущее количество. Цена этой собаки, какой собаки, вот этого пятнистого чихуашки, $400. Не игнорьте. Пожалуйста, напишите еще раз, я не игнорю, правда, я не смотрю на то, что вы пишете, а смотрю, что я показываю, да, я больше сосредоточена над тем, чтобы камера была, да, красиво вам показала то, что продается. Вот, а не все успеваю. А если, допустим, вам важна какая-то информация, есть телеграм-канал, который называется «Маленькие друзья». Если вы добавитесь, вы увидите все, там цены, там номера телефонов этих людей, которые продают. Поэтому я не игнорирую, я просто не успеваю, поэтому простите меня, пожалуйста. $900 корги, 4 месяца пацан. Шпицы, средняя цена $500. Вот сейчас рядышком тоже вижу. Есть шпиц, сейчас все покажу. Йорки. Вот я вам показываю. Чау-чау нет. Лабрадоров нет. Мопсы видела по $350. Красивые очень. Выставлю этот прямой эфир в YouTube-канал. Сможете перелистать, делать скриншоты номеров телефонов, если не успели что-то увидеть и записать. Это не оно как приспособление, такое. Шпицы по $500. Так, где это? Это Одесса, Украина.
Украина, Одесса, ребят. Так, ну что я вам скажу? Несмотря на то, что вас еще на эфире 1400 человек, я буду с вами прощаться. Я благодарю вас за внимание и жду вас на следующих выходных. Спасибо огромное.